быстро, пока в спокойном темпе. Возможно, это знакомство с игрой друг друга. Да, пока достаточно уверенная игра команды города Лепери. Конечно, учитывая уровень игроков команды Бреста, им уже можно было бы сделать замечание, хотя на данный момент игра проходит практически наполовину хозяев поля. И вот мы первый раз видим достаточно неприятный инцидент и момент у ворот хозяев. Ну что ж, могла получиться очень хорошая контратака. Да, жаль. Очередной момент, который могла использовать команда города Лепеля, закончился ничем.